Вот он идет. Я успеваю закрывать. Не закрывается. А чё? Я слышу его, ребята. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка Окрошка, ОЛТВ, Гусунёк, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Мы скачали крутецкую карту FNAF 3 RP и будем играть на ней аниматроники пугают охранника. Если пять кошки, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Здесь, ребята, есть вентиляция и датчики, мы даже будем видеть, где ходят аниматроники. Смотрите, как здесь все круто сделано. Здесь у нас кнопки, чтобы закрывать двери. Очень круто все сделано. Здесь у нас вот... Что это у нас здесь? Закрывать вентиляцию можно. И вот здесь, да, я так понимаю, можно вентиляцию закрывать. Вот у нас горят лампочки, где закрываются они. Блин, прям все можно закрыть. Они сами отключаются, видишь? Вот. Определенное время надо. Короче, мы пока разбирались, осмотрели, как здесь все устроено, он нас уже замочил. Вот подлец этакий. И ржет идет. О. Ну давай посиди там. Подумай над своим поведением. А что он сделал уже? Он еще ничего не сделал, но может сделать. Обиделся. О, подождите, это же камера на вентиляцию, правильно? Мы можем даже смотреть здесь, где он идет. Ну и у нас в вентиляции стоят датчики. Когда он будет ползти по вентиляции, у нас будет загораться здесь лампа и звуки те характерные. Где он? Да реально, откуда он вылез? Молодец, обманул нас красиво. На улицу нельзя выйти, жалко. Так, так крутая карта. Одна из лучших по FNAF 3. О, смотрите, датчик загорелся, он идет. Он отсюда вылезет, поэтому лучше давайте... Давай закроем. А она закрывается? Вот, смотри, я нажал, теперь он не пройдет. Прошел. Прошел! Да блин, я не успел нажать. Я слышу, кто-то бегает. Давайте будем вентиляцию здесь чекать. О, я могу здесь повыглядывать, посмотреть. Никого, пацаны. Где ты там ходишь? Он хочет нас обмануть. Так, но вентиляции его нету, потому что датчики начали срабатывать. Слышишь этот звук? О, вот он идет! Я успеваю закрывать! Не закрывается. А чё? Я слышу его, ребята. Да как ты убил? Я был далеко! Марионетка! Я успел! О, датчик сработал. А как сработал датчик, если он тут? Гусенек, это ты лезешь? Я лезу, тут закрыто все. Сейчас откроется, подожди, сейчас секунд 10 и откроется. Может даже... Вот одна открылась. А я с другой. И вот это открылось, все. А ну давайте посмотрим, как гусенек вылезет. Вижу его. А ты что там делаешь? Выходи. Ой. Я это, пирожки вкусные съел. А что так еле лезешь? Это застревание. Ты жирный кабан, что ли, или чё? Ты меня не заметил, Дим? Нет, я не увидел тебя. Я прям впереди тебя. Да это гусенек меня отвлекал, и я не увидел, что надо двери закрывать. Тебе у нас электричество здесь барахлит. Смотрите, все заедает. Старая очень пиццерия. Гусенек, пошли обход сделаем. Он идет. Я успел. А где он? Ладно, я его видел там, он бегал. Ну, ты немного промахнулся, Дим. Ну, то есть он сзади нас, через грязь. Блин, он нас обманывает. Топоры выдали нам. Закрывай. Задержка. Да ё-моё, задержка. Я убегаю. Я выживу, пацан. Да как он меня убил? А ты, блин. Датчик сработал. Это кто? Это вентиляция прям перед вами. Вот он. Гусенёк, если сейчас заезд опять дверь, нам жопа. Я знаю. ЛТВ, ты там лезешь? Это ЛТВ, наш охранник лазит. Вы что там лазите по вентиляции? А, вот это вентиляция. Блин, я думал, не увидит меня. Я, короче, залез в вентиляцию, это аниматроник. Кстати, как может аниматроник лазить по вентиляции стоя? Вот объясните мне. Это как ты вообще не надо работает? Было говорить, что ты лезешь по вентиляции. Да ё-моё, ну хорош. Я спрятался. Кстати, у меня когда убивают, я появляюсь на карте FNAF 4, это нормально?
аниматроник не умеет открывать шкафы, читер. А я умный. О, ну это умный аниматроник, у него прошивка. iOS 17. Ну это шкаф бесполезен, надо его выкинуть. Нет, нет, не надо его выкидывать, еще нам пригодится. Будем ЛТВ туда слаживать. Я еще хочу по... На тебе за это. Ай, блин, калитка. Нет, я все равно буду. А нет. Все, я позакрывал все двери. Не сможет. Я знал, что он будет бежать, поэтому все закрыл заранее. Вот еще раз пришел. Да ё-моё, дверь! Да у нас двери какие-то здесь неправильные, как они работают? Так, никого нету. О, Рокси! Где гусанёк? Молодец, молодец, еще секунду, мы бы не успели. Ага, я закрыл здесь. Побежал, вот это он быстрый. Так, значит, сейчас вентиляция тоже откроется. 3, 2, 1. Сазам, откройся. А что ты ко мне лезешь? Ёма, да как у нас датчики поломаны на вентиляциях? Да надо все кнопки, что ли, нажимать? Гусанёк, ты меня пугаешь, понимаешь? Ну я не хотел. Опять он. Так, аниматроник, я тебя сейчас буду наказывать. Давайте его будем бить. Давай. А чем будем бить его? Дубинками. Давай перегвождатель возьмем. Ну давай. Я буду в него... Все, я взял приглаждатель. Меня на работе выдали миниган. Так, идемте на охоту. Понял. Все, пошли за ним все. Сейчас он будет прятаться от нас по-любому. Так, мне кажется, он тут. Я знал, что он вентиляция. Я реально знал. Так, дубль 2. Сейчас у нас получится. Я успел пригвоздить его. Он пригвожденный, пацаны, выходим. Быстрее еще раз оружие берем. Пригвождай его еще. Есть. А вот теперь мы его должны вынести. Да ё-моё, блин. Мы должны его убить по-любому. Хорош, хорош. Вот это мы расправляемся с ним. Я еще накидал ему. Отойдем. Ого! Ребята, вот это мы разошлись. Я еще ему нашвырял. Он меня ждал. Ай. О, красные гранаты, это ты хорошо придумал. Так, я еще хочу его пригвоздить. А все, он умер. Так, одного аниматроника мы убили. Молодцы, пацаны, должны еще одного замочить. Ай. Пол-ТВ-невидимки. Где он? Я аж слышу его. Похоже на эндоскелета. Да, это он есть самый. Вот он. Есть, пришел. Так, отходи от двери. Ага. Ой, ой, ой. А нет, нормально. Да не стреляй, не стреляй. Я перезаряжусь. Так, ОЛТВ пошло. Датчик сработал. Значит, он сейчас с вентиляции вылезет? Да, он с вентиляции лезет. Пошли сюда. Я успею его пригвоздить. А, ты пригвоздить хочешь? Да, я же взял очень мощное оружие. Да как он убил через стену? ОЛТВ, давай, твой выход. Ну, он сейчас его там тоже убьет. Не-не-не, тут невидимки, ему сейчас зачика этого. Нет, ну, не срослось. Очень умный аниматроник, ребята. Так, а ну его там нету? Классно, что можно вот так заглядывать в окно. Охота открыта. Вот он идет. Да ты... Я его пригвоздил, пацаны. Где? Я видел тебя, но идем. Показалось. Ай, дверь закрыта. Пошли быстрей, пока гвозди не слетели. Где он? Так. Иди. Сюда. Смотри, сейчас я его еще раз пригвожду, чтобы он уже не ушел.
Я ему еще накидал. Все, видишь его? Стреляю. Наваливай его. А, меня не убей. Он не может на расстоянии этот убить нас. Я вижу, у него жизни прям тратится просто. Кстати, патроны эти тоже выносят жизни, которые предупреждающие. Давай, я набрасываю, а ты его с пулемета мочи. Сейчас, подожди, перезаряжаю. Он никуда не денется, мы его по-любому убьем. Не останавливайся. Хорошо, сейчас. Хорош, вот это мы психи! Все. Мы выиграли, понимаете? Ура. Вот это патронов я в него просто всадил нереальное количество штук. Ну что, давай, одень его, троник. Я готов его уничтожать. Кстати, мы убили аниматроника, ни разу не проиграли. О, он взял аниматроника, который на расстоянии бьет. Так ты жопа. Я успел пригвоздить его. Он много гвоздей. Так, а чем же его можно убить, пацаны? Не, я пока не буду другое оружие брать, потому что у меня будет пока пригвождатель. Ах ты, гусанечек. Ты что там был? Ну да. Он меня снарядом в голову зарядил. Так. Я на кому могу бегать? Дим, пригвождай его быстрее. Сейчас, сейчас. Блин, я взял читерское оружие, хотел его убить. Но он маленький и очень шустрый, понимаете? Очень сложно его убить. Сейчас я не промахнусь. Мы его ждем. Смотри, хорошо кидай гранаты, чтобы в нас не попасть. Ребята, он где-то ходит здесь. Мы должны его по-любому убить сейчас. Мне кажется, он здесь. Вот я чувствую, что он где-то здесь ходит. Ах ты, зараза. Невидимки. Невидимки, да? Да. Давайте тогда мы возьмем все-таки на пригвождатель. Ай, блин, откуда ты взялся? Не, ну реально задрал. Ты смотри, что он делает. Хорошо мочит нас. Ну что, надо его добивать. Потому что в невидимке, понимаете, это очень сложно. Да смотри, как он быстрый. Хорошо, ты меня разозлил. Все, я иду тебя убивать. Ой. Давай возьму, я возьму читерское оружие сейчас какое-то случайно. Где он? Видишь его? Пригвоздил вроде. На монеточкой. Есть! Дима! Есть! Ты что делаешь? Ой, я перепугался просто. Нормально ты перепугался. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!